Вперед. Тебя как зовут? Ну, только ты знаешь, и все. Вообще, сколько тебе сейчас лет? Я не знаю. Инк, у меня вопрос неординарного характера. Жизнь ютубера, она сама по себе, да, она сложная. Не обманывай. Ты показывал мои видео с тобой родителям? Ну, а попробовал, это был просто опыт такой. Сколько ты зарабатываешь? Уже много раз ты рассказывал. Оказавшись перед Путиным, что бы ты ему сказал? Отпусти мне грех. С Богом, ребят. Shit. Here we go again. Эй, кто это у нас тут? Ты почти не изменился. Привет. Здорово. Ага, скучал по мне? Нет. Не обманывай. А ты по мне? Ну да, так в паб заходил, одиноко было. Чё, как дела? Чего нового? А чё, ты грузился, что ли, всё это время? Молчал? Да. Куда едем? Ой, поехали сразу на Сосновку. Я быстрее, чем ты, я лучше гонщик. Нет, я быстрее. Что это? Я все-таки лучше гонщик. Первая игра уж какие-то баги. Черт, есть пробитие. У тебя голос даже совсем не изменился, что странно, кстати. Ты обманываешь, он изменился, мне все об этом говорят. Вообще, сколько тебе сейчас лет? У меня день рождения был недавно. Ты это помнишь? Ну, 10, наверное, или сколько? Ну ладно, ладно, помнишь, отчасти. А, я перевернулся, ну помоги мне, пожалуйста. А, уже не надо. Что с этой игрой? Я знаешь, что научился делать? Выпрыгивать с окна с катерылом. С катерылом? А, враги у нас. Мы здесь не одни. Ах ты, сбоку. Так я не понял, сколько тебе сейчас лет реально, скажи мне. Да ты же сам сказал, сколько мне. 24? Да нет. 10? Угу. Почему другим не говоришь? Я не хочу, чтобы другие знали. Я хочу, чтобы все думали то, что я там какой-то взрослый. Это повышает мою самооценку. По голосу тебе наоборот кажется младше. Вообще все говорят, что это программа, да и пусть и говорят все. Это моя фишка вот такая вот, никто не знает, кто я, девочка, мальчик, сколько мне лет. Вот только ты знаешь, и все. А, ну еще знает Карма и мой брат. Странно. И родители, наверное. А, они меня не смотрят. Тебя тоже. А мой брат тебя смотрит. Я не могу открыть дверь, у меня что-то с игрой. Инк, здоров. Ты, кстати, не стримишь? Нет, я уже забросил это. А что забросил? Ну, попробовал, это был просто опыт такой, и все. Но мне просто было интересно, каково это. Раз подвернулся шанс, я решил испробовать его. А тебя как зовут, кстати? Ты серьезно? Да. Ты не знаешь, как меня зовут? Зарзас. А тебя как зовут? Инк. Ну вот и познакомились. Спустя год. Меня Паша зовут. Хорошо. Меня Саша. Знаешь, я пока играл в Ведьмака, я узнал про 7 смертных грехов и про рыцарский обет. Отпусти мне грех. Я пошел с друзьями в компьютерный клуб, и они мне предложили поиграть в Fortnite. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Так, рядом, друг за другом, за ручку не ходим, держим дистанцию. А, ну это понятное дело. Я же самостоятельный мужчина уже. Что это мне с тобой ходить? Ты позор. Согласен. Вот кто меня обучает. Может, нам реально есть смысл в Дискорде общаться? Да, давай. Привет. Ну, здорово. А у тебя другой голос в Дискорде.
У тебя тоже. Не обманывай. Нет, меня что обманывает? Ты всех обманываешь. Хочешь сказать, что обманщик? Почему ты, например, сказал, что тебе 7 лет? Потом все к этому придирались. Почему тебе 7 лет и 7 уроков? По приколу сказал. Я не знаю почему. А я, у меня дополнительные там были вот эти всякие. Мне пришлось на них ходить, чтобы оценки были хорошие в четверти. Ты сейчас в каком классе? Перешел уже в четвертый. До сих пор не могу поверить. А у меня там одна учительница по русскому, математике. Единственный раз, когда я пошел на английский, это я пошел с другом, потому что ему было скучно. И то не к своей учительнице, а к другой, которая в старших классах ведет. Угу. Любит постарше? Она, наверное. Она сама старенькая. Все закрытием. Тут вектор, но вектора я не возьму, потому что один челик меня зажал сильно, я обиделся. Поэтому других не хочу обижать, не буду его брать. Вектор норм на Саноке. Зачем мне других обижать? Я же не злой человек. Вот ты возьмешь вектор, значит ты злой. Инк, у меня вопрос неординарного характера. Так. Даже два вопроса. Слушаю. У тебя есть друг Данияр? Нету. А домашний крокодил? Нига, what the fuck? Ты когда-нибудь ездил на тук-туке? В игре, да. А я в реале ездил, когда был в Таиланде. Ну как? Так же, как в Пумге примерно. Совпадает? Нет, Пупка обманывает. В Таиланде страшно, меня там всякие тетки с мужскими голосами преследовали и гладили. Некоторые вообще фоткались со мной. Ты сопротивлялся? Нет. Еще вот этот энергетик же, помнишь, ты рекламировал? Да, конечно, помню. Так вот, я его не нашел. Он у меня в стране. Ну, тебе его все равно нельзя. Можно, не обманывай. Не-не-не-не. Несовершеннолетним нельзя употреблять энергетические напитки. А, у нас в стране можно. Знаешь, я читал комментарии и заметил один уникальный индивидуальный. Про что комментарий? Там челик написал то, что он соскучился по гейскому голосу. Я посмеялся. Почему все так пишут? Потому что у тебя гейский голос? Не про меня видео было, там с тобой было видео. Может, потому что я гей? Не, у тебя девушка есть. Не обманывай. Может, это я ей прикрываюсь, на самом деле. То есть хочешь сказать, что ты ее используешь, да? Да. А зачем ты тогда прикрываешься, а теперь мне это открыто говоришь, что ты гей, ты прикрываешь? Не состыковочка. Ну, тебе-то я могу сказать. Ты же не чужой человек, правильно? Ты же можешь меня понять? Понять и простить. Блин, кожа же мушурда. Она горячая. Как я. Шурма? Машхурда, это такой суп узбекский. Только что мне мама ее принесла, она как я горячая прямо. У тебя мама горячая? У меня здания не прогрузились. У тебя не на SSD игра? У меня нету SSD. Ты расстроился, когда тебя в PUBG забанили? Не особо. Я знал, на что шел. А пенсию сколько дают сейчас? Да нисколько не дают. Концы с концами свожу на ютубчике. Тяжело, да, наверное, живется так, без пенсии, пожилому человеку. Да. Эх, жаль. Жизнь ютубера, она сама по себе, да, она сложная. Сидишь, мучаешься, делаешь видео, тебе даже лайки, да, не... Раз, два, три, четыре. Вместе, вместе, ноги шире. Пять, шесть, семь. Вместе мы что-то делаем. Кстати, а? Как ты со мной познакомился? Ну, я уже много раз это рассказывал. Короче, мы с тобой сыграли, да, в катку. Но я ничего не говорил, потому что не было возможности микрофон подключить. Ну вот, короче, мы с тобой катку отыграли, там топ-1 взяли. Я такой думал, вах-вах, он топовый. Надо будет с ним поиграть. Добавил друзья в PUBG и пригласил пару раз. Потом мы поиграли, открой, топовый челик, он даже американец немножко наполовину. Потом узнал, что не американец, оказывается. А Инк. То есть ты, получается, когда все-таки меня узнал, ты играл сам, ты не знал, да, кто я, что я? Mm-mm.
Потому что там у людей такие теории заговора в комментариях, что вообще... А, ну да, но я их не разрушаю. Я типа говорю, да, это так. Там челик говорит, сколько тебе лет, скажи правду, тебе не может быть. Я говорю, ладно, уговорил, так уж и быть, только тебе я поведаю тайну. Мне 24 года, я программист из Нижневартовска. Я написал программу, сидел годами, чтобы изменить голос. Потом я годами сидел в пабге и вылавливал инк, чтобы попасть на YouTube и, наконец, прославиться за счет него. А потом я постримил пару дней и прекратил. Все было для этого. Тебе на стримах тоже не доставали, кстати, все эти вопросы там? Доставали с PUBMobile. Типа, ты играешь в PUBMobile? Мне каждый раз надоедало отвечать, что я не играю в PUBMobile. Если я подтвержу их теорию, потом что-нибудь добавлю, то они поймут, насколько их теория абсурдна, и больше не будут ничего писать. Вот что я заметил. Я под каждым комментарием соглашаюсь со всеми, говорю, да, ты меня спалил, не говори никому, пожалуйста. И они больше ничего не говорят. Ну или извиняются, говорят, ладно, сори, чувак, просто не верится. Я доел суп. Долго что ты его ел? Помнишь, когда я тебе сказал про то, что он горячий? Ты показывал мое видео с тобой родителям? Нет. А если бы показал, как думаешь, им понравилось? Я не знаю. Но папа бы угарнул. А тебе самому какое больше всего видео понравилось? Мне вот с тем пареньком с четвертым понравилось, который хотел подарить мне губозакаточную губу. Он прикольный, я бы с ним еще поиграл. А я думал, ты следишь, как Дед Мороз тебе подарок ложит. Губозакаточную губу. Ага, что еще? Вот этот с Викинди момент, я помню, с первой части в конце, где я такой, чё? Чё? Потом на Мирамаре, где от нас уезжал вот этот багги, я такой, остановить, как вот этот Тоби Магуайр. Машину останови! Нет! Эй, остановитесь, пожалуйста! Тот он челикс, который мы играли, вообще дико угар. Я бы с ним бы... А у тебя опять что-то с микрофоном. Программа твоя там сбивается. Ножка микрофон задел, сейчас скажешь, да? Ну, сорян, я нечаянно ножкой провод от микро дернул. Блин, ко мне завтра дед придет. Что за дед? Ведь чё ты так расстроен? Ну, он на даче всю жизнь живет. Самогон там варит. Иногда на меня с топором бежит. Приходится в бассейн прыгать. Холодный. По бортику ходит, чтобы я не вылез. Просто хоррор какой-то. Я так плавать научился. Почему ты убрал лысого из Бразерс со своей аватарки? Потому что появился Тирион Ланнистер. Он маленький, такой угарненький. Как ты? Ну да. Только я отца своего арбалетом не убил. В какие игры ты бы еще хотел поиграть вместе? С тобой в Арк. Или в Мосхал. А в Left 4 Dead? Ну, можно поиграть. Ну, я бы, например, сделал бы голосование. Было бы интересно, например, за что люди будут голосовать. А я думаю, за пап, конечно же, само собой. Сколько ты зарабатываешь? Я много зарабатываю. Ты раньше, например, стримил же, да? Тебе донатили там что-нибудь? Ну да, донатили. Какой был у тебя самый крупный донат, если не секрет? 2000 рублей человек донатил. Оказавшись перед Путиным, что бы ты ему сказал? Я сказал, здравствуйте, Владимир Владимирович, не хотите со мной в Майнкрафт поиграть? Конечно, но в рамках закона. Сколько лайков просить у зрителей вот на это видео? 165 тысяч лайков, и мы с вами встречаемся еще раз на этом канале. А что бы ты хотел пожелать вот всем своим зрителям, которые тебя сейчас смотрят в новом году? Нашим зрителям я хочу пожелать всего хорошего, обрести какую-то цель в новом году, если у кого-то не было цели, чтобы она... У кого есть эта цель, чтобы они добились этой цели. У кого нету, чтобы тоже добили. С Новым годом!